Друзья, всех приветствую. Сейчас я вам расскажу, как можно на предстарте занять идеальное место, получить 12 иксов и потом на протяжении год-два получать постоянно доход со всех этих людей. Смотрите, у нас сейчас идет глобальная расстановка, расстановка со всего мира, и вы перемешиваетесь со всеми партнерами. Да, то есть с одной структуры, с другой структуры. Они становятся сверху вниз, слева направо, в глобальной матрице 256 мест. Да, у каждого открывается своя глобальная матрица, и вы занимаете также место в чьей-то матрице. И все перемешиваются, и все приносят доход друг другу. То есть сейчас я вкратце попытаюсь вам объяснить, как здесь можно зарабатывать. Здесь у нас пакеты небольшие, то есть за 500 рублей, 1000, 2000 и так далее. Плюс 1000 к следующему пакету. Специально сделаны такие маленькие промежутки, маленькие пакеты, чтобы быстро закрывался новый пакет, новый уровень, и вы постоянно получали реинвесты, постоянно получали выплаты. То есть с личника вы получаете постоянно по 45%, там первая, вторая, третья, четвертая линия по 10%, до седьмой глубины тебе идет переливом по 5%, и получаются огромные выплаты и постоянно круговорот денег. Сейчас вкратце постараюсь все это объяснить. Смотрите, здесь прописали в табличке примерно потенциал, сколько вы можете зарабатывать без приглашения. То есть вы заняли место, под вами собралось там 254 человека, заполнилась вся ваша матрица, и все люди, которые зашли на 500 рублей, вы с этого уже получили 6350 рублей. И потом здесь видно, с 1000 получаете 12 тысяч, 25 тысяч, 38, 50, 63. И так на последнем пакете, когда уже все закрываются, а это очень быстро, так как матрицы короткие, пакеты маленькие, то вы с последнего уже получаете 165 тысяч рублей. Если в общем все соединить, приплюсовать, то получается около 1 000 000 рублей вы можете получить без приглашения за счет перелива постоянных людей. Давайте дальше вкратце расскажу. То есть вот она глобальная матрица, всего 254 места. То есть 2, 4, 8, 16, 32 и так далее. То есть когда вы занимаете ячейку в каком-то месте, да, здесь по маркетингу мы рассказываем, то есть с первой линии вы всегда получаете 40% плюс 5% с глубины. Получается 45% с личника. То есть два человека пригласили, уже отбили свои, грубо говоря, вложения. Потом Света начала приглашать Жана, Жан Алису, Алиса Мишу. И вы до седьмой глубины, да, то есть со своей командой, а у вас на второй глубине два человека, на третьей глубине 4, 8, 16, вы с них постоянно получаете 5% по переливу в глубину. Если это ваша вторая, третья, четвертая линия, то еще плюс 5%. То есть получается, здесь уже вы суммарно получаете 10% от каждого пакета. Так как я сказал, то, что здесь есть автозаморозка и автоапгрейд, то система не останавливается, постоянно происходят начисления, списания, обновления, и вы постоянно получаете круговорот таких денег. 5%, да, вот как я показывал, то есть если вы заняли место и вы вообще никого не пригласили, то у вас сверху находится 7 наставников, которые начинают работать, приглашать. И ваша матрица заполняется сверху вниз, слева направо. То есть первая линия, вторая линия, третья, четвертая, пятая. И таким образом собирается у вас 254 места. Но при этом у вас может быть на второй, на третьей линии также оказаться какие-то активные партнеры. Начинают строить команды, и ваша матрица очень быстро заполняется. И вы со всех постоянно получаете 5%. То есть, как вы видели, там пакеты за 1000, за 2, за 5, за 10, за 13. То есть вы с каждой оплаты, с каждого реинвеста, апгрейда, вы получаете по 5%. Ну и, как я говорил, суммарно это получается около 1 миллиона рублей. А здесь более расписано, да, то есть как это работает. То есть это вы, все наставников у вас есть сверху, они все начинают работать, приглашают, вам идет влево, вправо, заполняется все это равномерно, да, сверху вниз, слева направо. С личников получаете 45%, со второй по четвертой глубину по 10%, до седьмой глубины вы там за счет перелива получаете по 5% постоянно вверх. Как я говорил, автоапгрейд, то есть 20% от прибыли у вас замораживается для того, чтобы прокупить автоматически вам пакет. И также у ваших партнеров. Да, все это 20% прибыли замораживается, происходит автоматический апгрейд, и вы постоянно получаете с них либо по 5%, либо по 10%, либо, если это ваши личники, по 45%. Заморозка. То есть, если ваш партнер перегоняет, покупает пакеты выше, чем у вас, то эти деньги не проходят мимо вас, они 100% летят к вам на заморозку, на автоапгрейд. То есть тоже очень удобно. Два человека там купили ваши личники или три человека. Вам пошло это на заморозку 100%, и автоматически прокупился следующий пакет. И таким образом вы постоянно на одном уровне догоняете своих личников, а ваш наставник, да, постоянно 45% с вас получает.
с автоапгрейдов. Но точно так же и вы со своих партнеров, со своих переливов, со своих личников получаете постоянно вот эти вот автоапгрейды, выплаты. Так, здесь у нас вкратце написано, да, сколько вы получаете, по 5% выплат с каждого пакета. Видите, там по 25, по 50, по 100, по 250, там по 400 рублей. А когда у вас там их на третьей, на четвертой, на пятой глубине, может быть, уже 500, 1000 человек, то, представляете, с каждого там по 300, по 400 прилетело, уже довольно хорошая сумма. А когда заличника вы приглашаете, да, то есть вы получаете 40% и плюс 5%. Если они находятся в вашей матрице, то здесь уже такие цифры поинтереснее, по 1200, по 2000, по 2400, по 3200, 3600, 4000. То есть, когда вы приглашаете людей, здесь вы в десятки раз больше еще зарабатываете. И здесь в заморозку, как я говорил, уходит у вас для того, чтобы происходил автоапгрейд. Так, поехали дальше. Три стратегии. Ждун, да, который ждет, когда за него поработают и пригласят переливом, он может зарабатывать от 10 тысяч в месяц. Стратегия партнера, который умеет хотя бы там 2-5 человек в месяц пригласить, он сможет зарабатывать от 50 тысяч в месяц. И стратегия лидер, когда ты умеешь строить команды, хотя бы там 20-30 человек, то ты можешь зарабатывать от 500 тысяч в месяц. И с каждым месяцем ваш доход будет увеличиваться, потому что будут идти автоматические апгрейды. Давайте 7 способов выше помогают заполнить ваши матрицы и, возможно, сделать 12 иксов, да, 1270%. Как я и говорил, сейчас прям идеально, очень важно занять как можно быстрее место. То есть, кто вам скинул этот видеоролик, прям пишите, говорит, да, добавьте мне в чат, куда скинуть денежку, да, хочу занять место. Сейчас мы по стратегии набираем хотя бы минимум на 3500, да, чтобы занять место в этой глобальной огромной системе матрицы, чтобы получить огромный перелив. Как я сказал, у нас сейчас 55 тысяч человек, из них уже 1200 проплатилось буквально за неделю, и у нас до 27 марта осталось там меньше 2 недель. Да, то есть за это время еще соберется там 10, 15, 20 тысяч человек. То есть понимаете, какой огромный перелив, а чтобы вашу матрицу заполнить, нужно всего лишь 254 места. А у нас сейчас будет на старте около 15-20 тысяч человек. Поэтому прям срочно пишите после видео своему наставнику или партнеру. Здесь какие плюсы, да, для пассивщика? То есть он переливом получает, да, он зарабатывает, в принципе, неплохие тоже деньги, там 25 тысяч, 50, 60, 70, и в итоге общий там миллион. Да, там за год он может спокойно миллион заработать. То есть это возможно, да, если получится он столько переливом. Но если вы как активный приглашаете еще личников, строите первую, вторую, третью линию, то вы в 10, в 20, в 30 раз больше заработаете. Плюсы – доход без приглашений, минусы – низкий доход, единоразовые выплаты, нет гарантии дохода. Еще раз, да, то есть никто не гарантирует, что именно столько людей под вас пройдет переливом, и вы столько заработаете. Но в среднем вы можете на пассиве там, от 10 тысяч в месяц зарабатывать. Следующая стратегия – 2 партнера. У вас активировано 4 пакета, и вы пригласили 5 партнеров на 4 пакета. И мы здесь просчитали. Первая линия 5 человек, по 3500, вы заработали 6300. И 1500 ушло у вас в заморозку. 6300 это чистыми. Вторая линия 25 человек, 7000 и 1750 на заморозку. Здесь как раз уже формируется 3000 на заморозке, и у вас прокупается следующий пакет на 3000. И вы, ваш наставник опять получил 45%, и все наставников сверху получили по 5%. То есть все, короче, в плюсе. Потом с третьей линии до 125 человек уже 35 тысяч заработали, 8 тысяч в заморозку, опять у вас произошел там реинвест на 4 тысячи. Потом 196 тысяч с четвертой линии, 21 тысяча ушла в заморозку, еще опять пару реинвестов у вас произошло. И с пятой линии уже где-то 500 000 и 100 тысяч в заморозку у вас прокупились все пакеты. И с вас наставник получил со всех пакетов по 45%. Плюсы. Высокий постоянный доход от личников, вечный доход со второй, третьей, четвертой линии по 10%, пассивный доход от автоапгрейда всей твоей команды. Да, там с личника, с первой линии, со второй, третьей, четвертой и до седьмой глубины. Минусы. Маленькая первая линия, всего 5 человек, небольшой пассивный доход от 50 тысяч. Но опять же, это в первый месяц может быть от 50, а так как идет постоянный автоапгрейд, то в следующий месяц может быть 100 тысяч, в следующий месяц 200 тысяч и так далее, как снежный ком. Итак, третья стратегия у нас лидер. У вас активированы 5 пакетов, вы пригласили 30 партнеров, также на 5 пакетов. Здесь вы уже с первой линии заработали 70 тысяч, и 17 тысяч идет на заморозку на автоапгрейды. Со второй линии вы уже заработали 78 тысяч и 19 тысяч на заморозку автоапгрейд.
В третьей линии где-то 400 тысяч, уже 100 тысяч на заморозку, на автоапгрейд. Четвертая линия уже вы 2 миллиона зарабатываете, и полмиллиона идет на заморозку, на автоапгрейд. Представляете, сколько с вас наставник постоянно зарабатывает? То есть там просто колоссальные суммы. Пятая линия где-то уже около 5 миллионов вы зарабатываете, и 1 200 000 на заморозку и автоапгрейды всех ваших там мест, клонов и так далее. Плюсы. Вечный максимальный доход по маркетингу, высокий пассивный доход от автоапгрейда ваших партнеров и постоянный доход со второй, третьей, четвертой линии. Возможный минус, возможные сложности, куда потратить деньги. Будет много уведомлений о зачислении средств на ваш кошелек. Представляете, получаете деньги постоянно с личников, со второй, третьей, четвертой линии, постоянно до седьмой глубины вам летит там по 5%. То есть это огромный поток денег, такая денежная машина, постоянно денежки идут, идут. То есть можете зарабатывать от 500 тысяч в месяц при таком построении, ну и дальше, опять же, ваш доход будет только постоянно увеличиваться. Три причины, почему стоит присоединиться в Gin Money уже сейчас. Да? Будь среди первых, мы только стартовали, поэтому партнеры, которые к нам сейчас присоединяются, получают максимум возможностей по сравнению с теми, кто придет позже. Бонус от компании. Каждый новый участник получает бесплатную активацию пакета на 200 рублей, автоворонку Gin MLM и 1000 на баланс для того, чтобы сразу масштабироваться. Переливы от спонсоров. Чем раньше вы присоединились, тем больше количество переливов от семьи спонсоров вы получите. То есть понятно, да, сейчас у нас уже 1300 проплаченных, у нас в системе 55 тысяч человек, и чем быстрее вы сейчас занимаете место в этой глобальной системе, тем больше перелива вы получите. И на старте уже можете 10, 20 и 30 иксов сделать. Поэтому присоединяйтесь, пишите наставнику, говорите, что хочу занять место. Сейчас, кстати, еще бонусом вы получаете две автоворонки, чат-бот, школа MLM, скрипты продаж, система, которая помогает вам генерировать трафик со всего интернета и подключать партнеров в вашу команду. Так что пишите наставнику и присоединяйтесь в наше сообщество.